Здорово, бать! Да-да, здравствуйте, здравствуйте, добрый... Вы откуда? Я из самого Черного моря, Херсонская область Лазурная. А вы откуда? Мы это с Киева. С Киева чи Киева? Киева. А, и что вы там робите? А что у вас там це, на голове це за фотография? Не бачу щось далеко. То я у молодості. Це ви в молодості? Ага. А слева, що це за птиця у вас? То птаха, не птиця. Ви що таке? Птах, птах. Ви якийсь такиянин не зрозуміли? По якому ви балакаєте? Та ну ви же пидораси. Може ви москалик якийсь? Та ти що, кацап, охуєл? О, так ти і поляниця, мабуть, не скажеш. Є таке, да. Ну так, ти з яких єбінєї? Макшанин. Да. Да ти батя моріш, блядь. Бандеровець, блядь. Бандеровець, сука. И зубы у тебя пластмассовые. Не, не пластмассовые. Не. Пластмассовые. Нет, смотри. Почему все москали думают, что у человека, если за 60, то уже все пластмассовое? Почему? У вас не доживают до такого возраста со своими зубами, да? Нет. Вы не пейте вот этот шмурдяк, не пейте, он же зубы вот портит, вот этот шмурдяк ваш. Боярышник, что ли? Да ты что, охуел? Мы как хуячим этот боярышник, так и хуячим, и не хуячим. Так а я... И мост построили, врубаешься? Какой мост? Еще знаешь, что построим? Ё-то-мать, тебе даже не снилось. Я, главное, удивляюсь. Почему вот эта гнида бандеровская до сих пор сидит в кафе, в тепле? Я в шоке. Блядь, как тебе, сука, как ты умудряешься, падла? А? Ну подожди, что ты, Мордвин, расходился-то так? Успокойся. А ну давай, хлебни еще шмурдячка своего, хлебни. Что ты там наперсток какой-то, давай шандарахни, как положено. Что там? Скажи мне. Давай, как давай. Как ты умудряешься? Да ты уже про Бандеру, и про мост, и про боярышник все рассказал. Давай я тебе по порядку отвечу, давай. В общем, мост тебе не понадобится. Ты в Крыму никогда не был, не будешь, и забудь о нем. А если ты там где-то был, я тебе сейчас задам вопрос, где ты там был, и ты мне не ответишь. Понимаешь? Потому что ты сидишь где-то у себя там на Урале, вот, в жопе в этой, да, вот там сидишь, и мечтаешь там о каких-то мостах. Вот твое дело что? Пить боярку и мечтать о зубах нормальных, да? Вот, так что ты мне не кричи, зубы выпадут. Выпадут зубы, не кричи так. Я знаю о мостах. Я живу на Урале. На Урале ты живешь? Да, да. В жопе. Ну я был в Анапе, я был, блин, в Краснодаре. Ладно. Подожди, ты не тупи. Анапа это не Крым, не тупи. Бля, ничем нет, это Черное море. Черное море? Так точно. Кто тебя пустил? Вот ты там в жопе мира сидишь на этом Урале, еще в Анапу поехал. Я на своем Запорожце сюда приехал, блядь. Ты не на Анапу тебе, а на жопу тебе ехать. Какая тебе Анапа еще там? Скажи, почему ты вот такой долбоеб? Вот скажи мне, объясни. Вот ты там живешь в жопе мира, мечтаешь о каких-то мостах. Мечтаешь у кого-то, у людей, ты рассказываешь, что у них пластмассовые зубы, хотя они зубы пластмассовые у тебя, правильно? Ну. Вот, ты соглашаешься уже, что ты долбоеб, кивни головой, долбоеб, кивай, да. Кивай. Все, спасибо, все. Здравствуйте, а вы кто вообще? Вы, походу, это блогер, да? Да, это я блогер, да. Я? Как вас канал называется?
Да, он у меня для украинцев чисто, никому больше не... Мы россиянам свои каналы не даем. Можно поближе к микрофону? У вас слишком далеко вы от телефона сели. У него же там слабый микрофон. Вы сказали, что вы украинец, да? Да. Я из Херсонской области, Лазурная. Это Черноморское побережье. Вас... Я украинец, да, украинец. Вы сказали, что у вас канал какой-то, да? Да нет, ничего я не говорил. Зачем вам мой канал, непонятно. Как вы относитесь к россиянам? Можно вопрос вам задать? К россиянам? Ну, нам сказали, как к вам относиться вот в Организации Объединенных Наций. Они говорят, что вы оккупанты, вот издали такую резолюцию в 2014 году еще, вот, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, где сказано, что Россия незаконно оккупировала территории Украины. Поэтому мы относимся к вам как к оккупантам, оккупанты вы. Нет, вот смотрите на меня, я, допустим, живу своей жизнью, я с Костромы, я не с Москвы, я с Костромы. Почему вы называете меня москалями, хотя я к Москве никакого отношения не имею? Вот я понял. У нас здесь на западной Украине называли вас москалями, а с тех краев, откуда я, вас называют кацапами. Я сам из Запорожья, поэтому вас там называют кацапами. Это только на западной вас называют москалями. Нет, просто смотрите, вы такие вещи говорите, блядь, очень страшные. Я, допустим, за то, что дружили бы и украинцы, и русские, я за это, понимаете? Ну? И чтобы не ругать никогда. А вы говорите там какие-то вот такие, В общем, я же вам сказал, вы за дружбу, а я как бы тоже не против, но нам сказали, вот, вы знаете, есть такие международные законы, которые издает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая четко и ясно нам сказала, что вы оккупанты, потому что вы оккупировали незаконно определенную часть территории Украины, которая называется Крым. Нет, это власть. А я еще раз повторяю, что нам надо дружить. Хохлы и русские, они должны дружить, потому что они славяне. Они должны дружить, я так понял, да. Сначала, как говорится, верните краденое, а потом будем думать. А то так вот вы мне скажете, что я вам выверну карманы, что-то облапошу вас, а потом скажу, давайте дружить. Вы что, как бы ненормальный, что ли? Вы что-то предлагаете? Это что за дружба, я не пойму. Что украли? Ну я же вам говорю... Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вы оккупанты, потому что вы незаконно оккупировали часть территории Украины. Что вам еще непонятно? Как я должен к вам относиться и что дружить с оккупантом? Объясните. Вы понимаете, что я вот русский, да? Я не понимаю этого. Что вас украли, блядь? Что вас взяли? Я не понимаю этого. Для меня украинцы это братья. Я в Москве работаю. Со мной украинцы работают. Они для меня братья. И работают пусть у вас, и пусть вам будут братья. Вы говорите, вы не понимаете, а это я не виноват, что вы не понимаете почему. Это обратитесь, я же говорю, туда в международные инстанции, вам все объяснят. За что вам санкции дали? За что весь мир вас считает какими-то изгоями, какими-то вот непонятными существами, против которых вводятся санкции? Нет, ну вы украинец, вы сами украинец, да? Сами с Украины, да? Звичайно, я з України, я сам з Південної України, з Херсонської області, селище Лазурне, це берег Чорного моря. Я ще раз повторяю. Я не понимаю, из-за чего ругается Украина и Россия. Я еще раз повторяю. У меня вот друзья, много хохлов, мы дружим. И никаких там руганий нету. Понимаете? Идешь нахуй, короче, все. Я,
Нихуя! Бля, салям алейкум, куда ты, куда? Не трогай телефон, поставил. Скриншот сделай. Да, можете свет включить вот так вот, чтобы лучше, не? Вот это не... Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, дедок, подожди, да, сейчас. Все, сделали. А что вы тут какую-то невидаль такую увидели? Что-то? Не, просто дедушка в наушниках. Ну ладно, человек в возрасте, в наушниках, в геймерском кресле, в чат-рулетке, собачка. Это удивительно. Да, это редкость. Удивительно, боже мой. Так вы где это? У нас тут все такие, вы что тут? Я ничего удивительного не вижу. Вы откуда? Вы в Сибири, что ли? Или что-то откуда? Ну, почти. Мы почти с полюса. Урал? Ну, с фу-фу-фу-фу, с экватора. А, экватор. Да не, экватор это в Африке там, а вы где-то, наверное, в России находите. Да-да-да, только здесь тоже пиздец жарко. У многих снег, а у нас плюс 26. Это где, в Татарстане там происходит такое или где? Ох, ебать, да. Не-не. Но... Республика Калмыкия. А, Элиста, что ли? Да-да-да. Элиста. Элиста или Элиста? Элиста, да? Надо говорить. Это что это в переводе с калмыкского обозначает? Ну, Элиста это вообще... Это солнце. Так у вас вы все калмыки или кто? Нет. Я один... Казах, а не русский. А один... Ты казах, да? Казах? Да, да. А где же калмыки, интересно? Вы в Калмыкии, а калмыков нету. Что это такое за... Что за... Ну, дела? Да. С кем мы общались, те черти были просто. Поэтому... А что вы там сидите? Это что, на работе или что вы там делаете? Да. А что вы там охраняете? Автосервис. Работает. Автосервис? А вы это вот, на это, шиномонтаж? Автосервис. Ну а ночью? Ремонтные работы. Ремонтные работы. И ночью даже ремонтируете? Ночью отдыхаем. Скучно просто. Дома не сидится. Что там хорошего в Элисте-то? Песок, метет, степи, ага. Да, поперек Куба. Ну там вообще какая-то перспектива есть какая-то вообще для молодежи в России, там в Элисте. В Калмыкии остались старики да дети. А куда остальные поехали? Москва. По России. Да, по всей России. А что там, в Элисте какой-то завод есть, предприятие, чем там люди зарабатывают на хлеб? Раньше было, раньше рыбзавод, мясокомбинат, машиностроительные, там много сверхдеятельности было. Сейчас это все разрушилось после 1994 года, как Советский Союз развалился. Только скот сейчас разводит, и то из-за пандемии, точнее из-за погоды, травы даже не осталось, и весь скот помирает. Было очень мало дождей у вас, да? Да. У нас зимой трава росла, а на лето ей тупо сил не хватило. А верблюды там есть у вас? Есть. И сайгаки, и верблюды есть. Ну, сайгаки, они уходят осенью, они весной приходят. Они в Казахстан уходят. Ну да, 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 да. Я ел эти мясо сайгачатину ел. Я в Казахстане жил. А... Да, Костанай такой, Костанай город. Костанай. Казах, ты слышал казах Костанай город, не? Да. Я и был Алма-Ата, был Джесказган, был Кызылорда, был Караганда, был.
Актюбе был везде, Аркалык, Тургай везде был там. В Астане рос. Да. А чё ты, казах, не едешь в Казахстан? Там же лучше, чем в Калмыкии. Нету желания. Я тут родился. Тут у меня все близкие, друзья, знакомые. Бабушка с дедушкой. И уезжать просто нету желания. А по-казахски ничего не знаешь? Там Жаксы, Рахмет, Кельманда. Рахмет? Кельманда это... Бешбармак хаваешь хоть, не? Бешбармак. Манты, бешбармак. Манты ел, манты? Ел, ел. Бабушка все делает. А-а-а. Обладает. Ну, а казахского языка уже не знаешь, наверное, да? Знаю. Бар. Бар? Барма. Барма. Молодец. Ну давайте, давайте, пацаны. Удачи вам, да, вылезти. Что? Может быть, вам куда-то когти рвать уже оттуда. Время покажет. Давайте, удачи вам, пока, хорош. Всего доброго. Так, бував я там, хлопці, ви вельце є листе. Це дыра, така дыра, блядь. Це, короче, за Волгоградською областю, туди південніше, щось між тим, туди вже і до Казахстану недалеко. Там така жарюка, така пиляка. Ми прилетіли туди, в ту Елісту. Я вийшов, ні води, ні лимонада, ні пива, ні мінералки, пече кругом. Пиляка. Це просто жах. Ну, коротше, якщо не Урал жопа міра, то це Еліста жопа міра номер 2. Мурмяу. З вами, як завжди, кіт Олесь. Так, я дідів кіт і кітів дід. Це ми одна команда, яка створюємо для вас ролики. Будь ласка, підпишіться на всі канали. І не забудьте особливо підписатися на Patreon. Посилання на Patreon під цим відео.